Мы находимся на базе команды «Юниор». Такую небольшую экскурсию нам проведут сейчас. Сделает это капитан команды Иван Качанов. Вань, тут, я так понимаю, кто-то стирается так активно, да? То есть сами себе хозяева? Да. Так, в помещении не холодно, сейчас просто на улице там под 40. Нет, наоборот, жарко. Даже жарко, да, то есть да. Комфортно, да? А как сами все это научились? То есть? Да, что-то... Что сейчас умеете, да? А режим выбрать? А там, какое белье? Вдруг там шерсть или что-нибудь такое? Спорт включаешь, она все стирает. А, все стирает, понятно. Показывай, что у вас тут интересного есть. Комната развлечений. Угу. Теннис ноги режутся? Но... Теннис? Игровая. Ну, в основном, больше времени здесь проводим. Понятно. Есть какой-то чемпионат там, ну, команды по теннису? Периодически проводим турниры. Кто чемпион у вас? Николишин. Саша Николишин, да? А вот эти вот товарищи как на этом уровне? Среднички. Не в Узове, нет? Нет. Представь там, ребят. Представь, ребят. Нападающий Артем Тухачев и вратарь Никита Арютин. Ага. Идем дальше, что у нас тут? Хоккей, естественно. Тоже представь, ребят, пожалуйста. Сергей Хромов и Женя Деменчин. Монреаль Оттава. Монреаль Оттава. Кто за кого? Я сам играю. Почему? Просто на этих. Я думал, ты за автомобилист будешь играть. Сразу. Нет? Тут таких нет. Нету? КХЛ нету? Да, ну, конечно. Понятно. Почему Оттава? Ни разу тут не играл еще. А? Ни разу не играл, она по слабее, а точнее, интересно играть. Это 2013, да? 14 уже. Свежак. Я думал, будет там Вашингтон, Питтсбург, самые популярные в России команды. Овечкин забивает здесь, нет? Добивает пару раз. Да. Составы-то, кто там у нас в Монреале есть? Алексей Емелин, да? Ты на льду, нет, сейчас? Вань, что-нибудь еще тут есть интересное? Или все по номерам? Да, по комнатам. По одному, по двое живете? По двое. По двое, можешь так как показать? Беспорядок, конечно. Это творческий беспорядок. Творческий? Да. А завешиваешь, чтобы это солнце, да? Да, чтобы не светило. Ну, там днем, когда отдыхаем. И как раз эта сторона, она солнечная. Понял. Интернет есть, все? То есть... Ну, все. Модем. А, модем. Да. Мы планировали Wi-Fi провести, но не получилось. Угу. Там, что, вышки? Понял. Так довольно прикольно у вас. Стараемся, да?